Привет, это видеоблог. С вами Аля. Я знаю, встретите репортаж Леди Баг. Но сегодня у меня для вас настоящая сенсация. Вы не поверите, я нахожусь в доме у бабушки Гренни. Давайте посмотрим, какое утро. Только тихо. Опять пусу. Я бы пыталась. Да что ж такое-то? Красотка же. Ты куда в таком виде собралась? Ты меня вынуждаешь. Ну вот и готово. Спасибо. Теперь я... А? Что это я? Я и так красотка. Я хочу пиццу. Хорошо. Вроде бы этот адрес. Смотри, какой хороший мальчик. Пиццу просто так дал. Видимо, ты ему приглянулась, Свендерина. Да. Так что ты стоишь? Беги за ней! Ты что? Не трогайте меня! Все дал! Я так за вас счастлива. Хочу вас обнять. Игра еще не началась. Надо потренироваться. Да. Идем. Что же сегодня взять? Непрактично. Не больно. Танцы под фонарем, музыка так орет, скорость спать. Не лучшие воспоминания. Где дубинка? Где бита? Да где же ты бита? Где же клала ее? Сандерина! Ты брала бабушкину дубинку? Да, бабушка. Мне нужно было на вечеринку выпускников колледжа. Где она? Ее больше нет. Что же мне тогда взять? Возьми мою дубинку, бабушка. Ой, ты милая, спасибо. Нормально. А это что-то было? Супер, мне 17 лет.
это точно. Да-да. Понравилось видео, не забудьте подписаться и ставить лайк.